Всем привет, с вами Viperman 150, и сегодня я буду обозревать моды в Minecraft. Это первый обзор модов. В нем я обозревать буду сразу два мода. Один из них, ну, как бы он для красоты я его поставил. Это вот такая фигня. Да. Второй это мод, который называется Morph. Этот мод нам позволяет, убив любое существо, принимать его облик. Как вы видите, мы стали крипером. Также это может произойти, допустим, со слизнем. Можем принять облик как самого маленького слизня. Так, давайте большого заспавним. Вот среднего. Ну и, естественно, большого. Так, большого не смогли сейчас. Вот, теперь большой. То же самое будет происходить с эндерманами всякими. Мне нравится также анимация какая-то происходит. Ну, также вы, наверное, заметили, что у меня сейчас Divine RPG стоит. Этот мод я поставил для того, чтобы показать вам, что вот этот мод, он как бы может комбинировать с другими. Допустим, есть у нас вот такая собака. Мы можем ее убить и также принять ее облик. То есть, если мод какой-нибудь, который вы поставили, будет добавлять большое различие там мобов, вы можете также поставить этот мод и сможете принимать облик любых мобов. Также функциональность. Чтобы открыть меню, где вы можете выбирать предыдущего поглощенного уже моба, вы должны нажать на квадратные скобки. Вот так вот. Я здесь уже циклоп поглотил. Также с помощью нажатия на Enter или на левую кнопку мыши вы можете выбрать, в кого вы хотите превратиться. Ну, на этом мод себя исчерпывает. Поэтому всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ссылки на эти моды будут в описании. Всем пока!